Приветище, это скреп-механик, и мы продолжаем сбор урожая. Для того, чтобы сфасовать потом овощи и отдать их дедушке торгашу. И взамен выкупить у него бульбострел. В прошлой серии у нас была грядочка вон там, где стоит наш трактор. Я туда всю эту грядку снес, потому что незаконное фермерство у нас вылазило постоянно. И перенес ее сюда. Тут вроде бы все спокойненько, получается у нас на этом берегу есть небольшой урожайчик и на том берегу. А еще я успел сделать, смотри, какую штуку, классную штуку, которая называется бур. Будем сегодня бурить. Наконец-то, чтобы добыть металл, мне не нужно будет искать роботов, бомбить их, а всего-навсего буду подъезжать к огромным камням и бурить их. Куда бы его воткнуть? Конечно же, спереди. Я тут, видишь, небольшой такой бампер сделал металлический, специально, чтобы роботов сбивать. Придется небольшой свесик сделать тут. Давай, короче, поставим наш трактор на подъемник. Здесь сделаем небольшой свес. И прикрепим его вот так. Ну, ништяк! Осталось только подключить всю эту бандурину. Странно, а почему нету соединительных элементов? А, я понял. Мне нужен подшипник. Пойдем посмотрим, сможем ли мы смастерить сейчас подшипник. Подшипник нет. Все-таки напоследок нам придется бомбануть одного-двух роботов, чтобы сделать этот долбанный подшипник. Ты не представляешь, что я сейчас узнал. Нажал случайно на водяную пушку и облил робота, и его замкнуло. Видал? Теперь вылазим и просто мочим его. В общем, это работает. Просто нужно большим количеством воды их заливать. Подшипник у нас готов. Забираем. Сейчас его сюда прибомбастим. Вот так вот. И теперь лепим бур. Ага. И подсоединяем это все к двигателю. Короче, у нас достигнут лимит соединений. Я, оказывается, его не подсоединил. Пропустил эту табличку. Так, что если мы попробуем апгрейдить наш двигатель? И подсоединяем. О, все есть. Смотрим. Да, как он мощно крутится, ты посмотри. Так это получается, я теперь и роботов могу этим буром колошмарить. Ух, моща. Мы подъехали сейчас к ларькам-морькам. И смогу ли я их пробурить? Как думаешь? Опа, робот. Оно отошел, сейчас я тебя забурить попробую. Давай, иди сюда. Это, конечно, очень тяжело. Ну, слушай, нет. А, получилось! Нифига себе, размозжили маленького робота. Я думал, что бур слишком высок и не достанем. Давай-ка я немножечко опущу подвесочку. Чтобы без проблем мочить роботов. Вот он наш красавчик, и мы едем прямо на него. Иди сюда. Что-то жвинки он какой-то, смотрите. Давай прям на бур прыгай. Боится. Ну, короче, я его колесами, по-моему, давлю, а не буром, нифига. Просто взял и раздавил. Ладно, что насчет вот этих ларьков-морьков? Смогу ли я своим буром их расколошмарить? Сейчас мы это проверим. Ну-ка. Не, нифига. Не получается. Для этого нужна, видимо, пила. Потому что ларьки-морьки сделаны из дерева. И только пила сможет дерево это распилить. Вон там вон фермер у нас, смотри, стоит. Пойдем попробуем его зажать. Ну-ка, иди сюда, пупсик. Иди сюда, долбанное дерево. Ну, о, получается. Вот у нас первые камни. Давай посмотрим, что мы можем с них выбурить. Будет ли тут металл? Опа, робот. Робот рядом. Сперва разберемся с ним. Теперь пришло время, наконец-то, камней. Так, смотрим. Что-то как-то... О, получается, круто. Видимо, вот эти вот отвалившиеся камни нужно разбамбливать молотком. Ага, точно. Ух ты, какие слитки-то с ними, ты посмотри. Вот тебе и металл. Короче, получается, что каменные блоки, они вот такие. Это мусор. Я не знаю, есть ли смысл его собирать. А металл, он вот такой. Что очень меня обрадовало. Короче, я сделал для себя вывод, что каменные блоки собирать я не буду. Буду искать только металл. Чё-то с металлом вообще как-то напряжно, слушай. Давай бурить дальше эти камни.
Ну, кстати, как оказалось, можно все эти маленькие блоки разбивать и нашим буром, не обязательно молотком. Главное, чтобы бур до них доставал. В общем, что я решил? Я все-таки решил вот эти штуки собирать. Я буду делать из них ограду. Каменная ограда, она всяко покрепче, чем деревянная. Я просто все эти балки каменные соберу и закину в очиститель. И все, что мне морочиться. Фух, ну, вроде бы все. Вот что осталось от этой каменной глыбы. Весь день на нее потратил. Конечно, камня тут навалом, но и металла я тоже собрал 164, это прилично. Короче, поехали. Выгружаться в очиститель и собирать огород. А чё тут так много роботов, я не понял? Ржавые болты, они же к моей черешне бегут. Капец, хана моему огороду. Ну как так, таймера не было, они прибежали такой толпой. Фух, ну слава богу, хоть этот огородик выжил. Но с черешней, конечно, вообще беда полная. Семян у меня больше нет, придется снова ехать торговать с дедом. Обидно, конечно, ну ладно. Значит, выгружаем весь камень сюда, к нашему очистителю. Все, весь камень выгружен, отлично. Наш очиститель занят делом. Пришло время кардинальных мер. Не, походу время кардинальных мер отменяется. Я думал, что этот бот погрузится в сложенном виде, как я его переношу, но походу, что это не так. Я хотел, короче, отсюда уже переехать, но, видимо, нужно немножечко подождать. Для того, чтобы сделать прицеп, на который я погружу всех своих ботов. Ладно, тогда мы частично переедем. Едем в фасовочный пункт. Выгружаем то, что у нас уже имеется. Да, дилемма. 4 огромных коробки помидоров. Теперь нужно придумать, как их разместить. Ну, в общем, как-то так. Едем к деду. Фух, прибыли. Выгружаем все эти 4 коробки. Отлично, теперь мы можем купить апельсины. Дед, привет. Давай-ка я куплю у тебя апельсины. Right. В комментариях очень было много советов о том, чтобы я взобрался на гору возле дедушки. Вон его дом. Я взбираюсь на гору. И тут вести свою ферму. Так, походу, дальше мне придется на своих двух. Ты спокуха не... Вот это поворот. Вот это я вылетел со своей тачки, так вылетел. Короче, смотри, я так понял, что сюда роботы никак не могут залезть. Вот сюда, куда я залезу. При помощи своего подъемного крана. А это означает, что ферму я свою могу... Блин, тут, конечно, засада полная. Взбираться придется капец как долго. Давай-ка отсюда попробуем. Во! А, ну смотри, тут заезд есть на эту горку. Нет, тут не вариант. Мне бы вон на ту. Ну хотя в чем проблема? Я же могу туда сделать мост. Верно же? Правда, материалов угроблю. Во! Все, взобрались сюда. Вроде бы как здесь проходика нет. Залазить сюда, конечно, геморно, но... Надеюсь, роботы здесь не зареспавнятся и не появятся. Единственная проблема в том, что здесь... нет воды. Идея-то может быть и хорошая, но не продуманная. Проще вернуться в сервис и там на побережье сделать огромную грядку и закрыть ее каменными блоками. В общем, вот такая вот здоровенная грядочка у нас теперь будет. Такой грядки я еще ни разу не делал. Через 22 часа к нам прибегут роботы. И еще я кое-что выяснил, смотри. Чем дальше я от грядки поливаю своим ведерком, тем больше грядок я зацепляю. Потому что во время полета воды из ведра, она разлетается на 3 части. Вот смотри. Видал, вон там 3 части падает. Это то же самое, что я стреляю водой с водной пушки. Короче, надо поливать не вот так вот, по одной, а подальше отошел и вот так вот заливай. Вот такой вот лайфхак. В общем, здесь посажена куча редиса.
и 5 грядок апельсина. Теперь нам нужно все это дело защитить. Как мы это будем делать? Почему я начал строить у воды? Потому что роботы ненавидят воду, они близко к ней не подходят. Поэтому с одной стороны у нас будет вода, преграда. Делаем вот такой вот огроменный столб из камня. И здесь тоже. Ну а теперь просто подстраиваемся к этим столбам. В общем, камня не хватило, поехал я за добавкой. Опачки, смотри, что у нас тут происходит. Корова решила отдохнуть, поплавать. А ей тут робот мешает. Кстати, первый раз вижу, чтобы корова плавала. Ну как тебе, красавица, хорошо тут, да? Ну ладно, кайфуй. Не буду мешать. Ну, что хочу сказать. Вот такая вот стенка у меня получилась. Надеюсь, что этого будет достаточно. А у нас уже созрели апельсины и редиска. Собираем это все. Редиски у нас получилось сколько? Прилично. 2 ящика точно будет. Засаживаем все по-новому. И исключительно редиской. Поскольку редиса нам не жалко. У нас его много. И делаю это я ради эксперимента. Потому что скоро к нам прибегут роботы. И если тут будут апельсины и они их разнесут, это будет капец как обидно. Ну все, моя крепость готова. Для защиты моих овощей. Получилось довольно грозно и угрожающе. Табличка closed. Обязательно. Здесь холодильник стоит. Пригодился все-таки. Надеюсь, что вся эта конструкция выдержит. Ну а так это или нет, мы узнаем уже совсем скоро. Все, время вышло, роботы бегут. Я на крепости. Смотрим, сколько их. А их навалом. Не такие грозные, но их много. Итак, он подбегает и начинает ломать. Посмотрим, насколько хватит моей крепости. Так, что-то они там сломали, по-моему. Ага, камни ломаются. Черт возьми. Все-таки под их натиском камни ломаются. Не так быстро, как дерево, но... дырки делаются. Ладно. В общем, мы вот это все разбираем. Заделываем как можем. Причем заделываем головами роботов. Вот так. А у нас уже тем временем созрел огород. Вот он мой защищенный огород. Весь редис созрел, и этого будет достаточно, чтобы обменяться на чернику. Ну а на сегодня это все. Спасибо, что смотрел. Не забывай ставить лайки под видео. Подписываться на канал, если ты еще не подписан. А я с тобой прощаюсь. Пока. Увидимся в следующем видео.